такой носик получился. Хочу углубить немножечко вот так вот центр, вернее, не углубить, сделать более выраженным, или, ну, в общем, немножечко там перегородочку эту сделать. Запуталась моя ниточка. Сейчас вот. Вывожу ее вот так вот, прям заходя вот на вот эту вот чашечку немного. И вывожу опять-таки по центру. Или можно где-то в сторонку, где хочется вывести. Вот так вот. Так, опять нитка выделывается. Ну. Сейчас так. Вот так вот, супер. Видите, и вот так вот с анфаса хорошо видно. Или с профиля. Как правильно, уже не помню. Вот. Вот такой вот носик получился. Хорошенький. Конец нитки я не, особо не прячу. Я вот так вот могу сделать манюсенький стежочек и вывести где-нибудь подальше в голову. Так, главное иголку не потерять. Потому что иголка это меньше, чем иголка. Вот так. Как раз. Вывожу. Подтягиваю. И аккуратненько обрезаю. Вот такой вот носик получился. Маленький, хорошенький. Вот две головы. Это будет пара таких влюбленных мишек. Видите, какие они хорошенькие такие. Мои милые мишки. Всем, кому понравится, ставьте лайки, комментарии, пишите. Мне будет интересно почитать, кому, возможно, что нравится, не нравится. Вот, пишите. Если кому-то помогла, буду рада.